Полный контроль своих расходов на электроэнергию, удобство оплаты и возможность получения дополнительных услуг – все это мобильное приложение компании «Атомэнергосбыт», которое она предлагает своим клиентам. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Гарантирующий поставщик электроэнергии поинтересовался у жителей Верхней Волжи, как им удобнее оплачивать услуги энергоснабжения. Также представители компании рассказали о возможностях мобильного приложения и вручили сувениры с символикой «Атомэнергосбыта». А нашим мобильным приложением не пользуетесь? Ну, мы пользуемся, молодежь, взрослое поколение не пользуется. Хотите воспользоваться? Очень удобно. Мы вам раздадим такой буклетик. А вы пользуетесь, да, мобильным приложением? Как вам нравится? Устраивает все. Вам предлагаем воспользоваться мобильным приложением нашим. Очень удобно. Можете навести камеру экрана и скачать. А, спасибо. Как электроэнергию оплачиваете? Ну, у нас управляющая компания оплачивает, показания списывает. А оплачиваете вы же? На автоплатеж. На автоплатеж. Да. А нашим приложением не хотите воспользоваться? Это каким? Наше мобильное приложение «Атомэнергосбыт». Очень удобно. Скачивайте Google. Это я сама буду показания сюда, да, подавать, конечно, да? Потому что меня не устраивает управляющая компания, что списывает показания. Можете передавать показания, оплачивать. Установив мобильное приложение «Атомэнергосбыт», вы получаете возможность оперативно передать показания прибора учета электроэнергии, оплатить ее без комиссии, ознакомиться с историей начислений и платежей, перейти на электронную квитанцию, а также зайти в интернет-магазин и многое другое. Через приложение можно обратиться с вопросом к специалистам компании, а также воспользоваться дополнительными услугами. Приложение является бесплатным и доступным для устройств, работающих на базе операционных систем Android, начиная с версии 5.0 и iOS. Скачать приложение можно в Google Play Market или App Store. Либо через Face ID, либо через Touch ID заходите, и все, вот ваше начисление. Вот электроснабжение, квитанции и что хотите. Точки обслуживания, графики обслуживания, интернет-магазин. Очень удобно. Ой, отлично. Вот. И также можете оплачивать, передавать показания, записаться к оператору ЦОКа, посмотреть свою квитанцию. А я также могу и подавать данные? Конечно. Да? Хороший вариант. Извините. Как оплачиваете электроэнергию? Через телефон. А мобильным приложением нашим пользуетесь? Да. То есть вас все устраивает, нравится, да? Да, да. За то, что пользуетесь, подарок дарим вам. Спасибо. А основные удобства приложения? Можно одновременно оплачивать несколько счетов. Используйте мобильное приложение «Атомэнергосбыт». Сделайте свою жизнь легче.